Олександр Аркадійович Медведенко народився 26 жовтня 1954 року в Миколаєві в родині викладачів математики. Писати пісні на свої ж вірші почав в університеті Сімферополя. Грати на гітарі навчився в гуртожитку. В 1977 році закінчив мехмат у Дніпрі за фахом спеціаліст з тонкостінних конструкцій. У Дніпрі ж потрапив до клубу любителів авторської пісні, де зустрів майбутню дружину. З 1990 року живе в Ізраїлі. Працює на російськомовному радіо «Река». Був період роботи на телебаченні. Узяв прізвище Дов, що на івриті означає «ведмідь». Гастролює в Ізраїлі та Америці. Буває з концертами в Україні. Видає авторські диски. Твори Медведенка увійшли до антології ізраїльської авторської пісні. Активний учасник фестивалів, в тому числі фестиваля імені Олександра Галича «Облака», що вже двічі відбувся у Дніпрі. Має девіз: «Не тільки ми створюємо пісні, але й пісні створюють нас». Вітаю глядачів 9-го телеканалу. Мене звати Ольга Владимирова, це проект «Пані та панове». І сьогодні мій гість – пан Олександр Медведенко. Здравствуйте, Олександр. Здравствуйте. Аркадійович. Добрий день. Добрий день. Вас как-нибудь называют пан? Нет. А я назвала? Ну, ничего, нормально. А вы поняли, что я к вам обратилась? Ну, пан Олександр. Естественно. Отреагировали. Нормально. Естественно. Так, теперь давайте попробуем вас как-то обозначить. Значит, что пишет Википедия? Я читаю, а вы говорите да или нет. Известный бард. Да, нет? Ну, наверное, да. Не знаю. Да. Автор песен. Пан не написано? Нет, пан не написано. Нет, ну, по-русски, ну, просто. Хорошо. Автор песен. Да. Автор. Да. Автор. Признан такой, одним из лучших исполнителей песен Булата Акуджавы. Ну, по крайней мере, Булат Шалч так считал. Признан. Да. Хорошо. Радио и телеведущий. Радио и телеведущий, да? Да, есть такое, да. Ну, сейчас уже не телеведущий, но действительно около 10 лет я проработал на телевидении. В Днепр вы приехали как автор-исполнитель, как бард, как человек, который имеет отношение к, ну, наверное, движению авторской песни в нашем городе и в стране, и вообще, наверное, в мире, потому что живете вы сейчас в Израиле. В каком городе? Называется город Петах-Тиква, или, если точнее сказать, Петах-Тиква, даже правильно, что в переводе на русский язык означает «врата надежды». Символично. Это да, это город-спутник Тель-Авива. То есть на работу в Тель-Авив мне ехать где-то километров 13-15. То есть примерно как из центра до Красного Камня. А работаете вы в Тель-Авиве? Да. А родились вы в Николаеве? Родился в Николаеве, и первые 17-18 лет жизни прошли мои в Николаеве. Затем еще год я провел в Симферополе, где учился на втором курсе Симферопольского университета. Сразу на втором? Сразу на втором, потому что я начал учиться в Николаеве, а потом перевелся в Симферополь. И после года обучения в Симферополе перевелся в Днепропетровск, в университет, на механико-математический факультет. Ой, я даже знаю, какая у вас специальность была. Динамика, да, и прочность машин. Правильно. Более того, смотрите, я говорю, что на сегодняшний день, когда я называю свою специальность и называю полностью то учебное заведение, которое я заканчивал, то это уже превратилось в отдельный концертный номер. Потому что на сегодняшний день говорить, что я там закончил, ну хорошо, механико-математический факультет Днепропетровского ордена Трудового Красного Знамени, Государственного университета имени 300-летия воссоединения Украины с Россией, на сегодняшний день это воспринимается уже просто как концертный номер. Угу. А специальность действительно была такая: динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры. Было два учебных заведения, которые выпускали подобного рода специалистов. Было Московское высшее техническое училище имени Баумана и Днепропетровский университет. Повезло. Да, не то слово, а как университету повезло, что я пришел к ним учиться, конечно. А в детстве вы же вряд ли мечтали о том, чтобы изучать
динамику и прочность машин. Кем хотели быть в детстве, помните? В детстве я хотел быть милиционером, на самом деле. И, но как-то моим родителям эта перспектива не очень нравилась. Они меня усиленно отговаривали. Правда, однажды, когда я не хотел кушать борщ, меня повели к какому-то милиционеру. Он мне сказал, что милиционером может стать только тот, кто очень хорошо кушает борщ. И вот тогда, собственно, я начал кушать борщ, но задумался, хочу ли я быть милиционером. Это не легенда, это вы не сейчас придумали. Чистая правда. Чистая правда. Вот. Кроме того, я хотел заниматься музыкой в детстве. С раннего детства я хотел заниматься музыкой. У нас в доме, надо сказать, музыку любили. И папа мой прекрасно знал классическую музыку. Он очень любил Моцарта, например. И у нас была в доме куча пластинок. То есть классическую музыку я слушал с детства. Вот на этих пластинках. Кроме того, у нас были пластинки с записями оперетт. Поэтому, скажем, там, Сильва, Марица, «Веселая вдова», там, «Летучая мышь». Даже была такая оперетта «Нищий студент». Я не помню, кто ее написал, но я помню, что у нас была такая пластинка. Я все эти оперетты пел. Так что я очень хотел всегда заниматься музыкой, петь, но, знаете, я обычно, когда рассказываю об этом, я говорю, что наша семья была, видимо, единственной в истории человечества еврейской семьей, где ребенок хотел заниматься музыкой, а родители были против. То есть они считали, что я должен заниматься английским языком, и мне наняли учительницу английского языка, которая занималась со мной, наверное, со второго класса школы. То есть скрипки в вашей жизни нет, не нет, было? Нет, 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 какая скрипка? Ни скрипки, ни фортепиано. Ну, давайте так, давайте уберем шутки в сторону, я скажу просто, что мы жили небогато. И купить, скажем, фортепиано для того, чтобы оно потом стояло мертвым грузом, мои родители не хотели и не могли. Вот. То есть я понимаю, почему они не хотели. А родители? Кто ваши родители были? Папа был преподавателем высшей математики в Николаевском пединституте. Вот. Мама тоже преподавала математику в школе, в вечерней школе. Вот, в вечерней школе. У нее, кстати говоря, у них в этой вечерней школе были классы в тюрьме. И она ходила в тюрьму. А вечером приходила, ну, после работы она приходила домой, и наш некурящий дом сразу заполнялся вот этим тюремным запахом. Страшным, который никуда не выветривается. Ужас. Вот, но тем не менее, да. Но когда ее спрашивали, а где тебе легче работать, в тюрьме или в обычных классах в школе, она говорит, да, в общем, все равно, даже в тюрьме полегче, потому что те же самые уголовники, только там, а не за решеткой. Вот и все. Детство было счастливое? Ну, в общем, да, конечно. А бывает несчастливое детство? Не знаю, по-разному, наверное. По-моему, любое детство счастливое, в конечном счете. Вот если говорить о детстве, да, вот какие вот яркие, может быть, точечные воспоминания? Это что, море? Это, ну, к маме на работу вы вряд ли ходили, наверное, да? Ходил. Ходили? Конечно, в тюрьму? Конечно, она меня брала еще в коляске, она меня в тюрьму? Брала. Я, нет, в тюрьму нет, но на обычные уроки она меня возила еще в коляске. То есть я математику слушал просто еще из коляски. Входила с раннего конечно, детства. Конечно, конечно. Вы говорите, еврейская семья, да? Это была еврейская семья в том понимании, вот книжном, литературном, как мы себе это представляем, с, ну, соблюдением традиций каких-то, да, или же нет. В те годы как раз этого не было нет, совсем? Нет, нет, нет. Конечно, никаких традиций мы не соблюдали, религиозных, по крайней мере, традиций мы не соблюдали. Более того, папа был коммунистом, он был парторгом факультета вообще, он эти вещи совершенно не приветствовал. То есть он был советский еврей? Он был абсолютно советский человек. И несмотря ни на что, для меня когда-то было просто потрясением абсолютным. Мне мама рассказывала уже потом, когда папа не стало, когда умер Сталин, папа пришел
и сказал, а он за ней ухаживал как раз в тот период, и он сказал, лучше бы я умер вместо него. Представляете? Вот такие вещи. Ничего себе. Да, конечно. Причем это после всего, это после того, как после замечательного вот этого знаменитого дела о космополитах, этой кампании значит, против космополитизма, когда мой папа чуть не погорел вообще. Он был молодым преподавателем в пединституте, и на него написали донос. Написали донос о том, что вот такой-то, такой-то Медведенко, значит, он студентам-евреям завышает оценки, а вот русскому человеку он занижает оценки. И в качестве примера они привели двоих, значит, Жанну Черкасову, как еврейку, которая, значит, которой он завысил оценку, и Владимира Сапожникова в качестве русского человека, которому он занизил оценку. Спасло папу только то, что Жанна Михайловна Черкасова – это двоюродная сестра моей мамы. У нее папа русский был. И она, как бы в документах, она считалась русской. Русской. А дядя Вова Сапожников, который стал впоследствии ее мужем, был чистокровный еврей. Ничего себе. Вот. И в результате, в общем, да, в результате весь этот донос. То есть завышенная пропал, да. Вышла замуж за заниженного, потом в итоге, да, все. Вообще о том времени очень много рассказывают, интересно. Папа заболел тогда очень сильно. И нужно было какое-то лекарство типа стрептоцид, которого не было. Просто не было. Он попал в больницу и умирал. А студенты института, которые его очень любили, написали письмо Сталину, в канцелярию Сталина, о том, что вот у нас есть такой-то преподаватель, Медведенко Аркадий Давыдович, значит, вот нужно лекарство, его нет. Короче говоря, через там буквально пару дней звонок из Кремля, в какой-то там горздравотдел. Страшное дело. Лекарство тут же появилось. И папу это спасло. Позвоночное право. Конечно, конечно. То есть вот разное. Смотрите, с одной стороны донос, с другой стороны вот это. То бишь математика. Династическая получилась. Абсолютно, да. Это был совет родителей, или это вот получилось потому, что вы в этом жили, вы это впитали, вы это продолжили? Скажем так, мне это легко давалось. То есть это естественно произошло? Это было абсолютно естественным. Кроме того, у меня были некоторые способности к математике, к физике, к точным наукам. Я ездил на олимпиады, там, побеждал в каких-то городских и областных олимпиадах, ездил даже на республиканские олимпиады, правда, там я никаких побед не одержал, но, тем не менее, это был, в общем, неплохой уровень. То есть это та сфера, в которой вы чувствовали себя уверенно, было вполне, нормально. Вполне. Кстати, фамилия Медведенко, украинская же фамилия по своей форме. Как? Верно, верно. Откуда? Ну, смотрите, есть разные еврейские фамилии. Есть, например, фамилия Рубаненко, которая, ну, понятно, да, то есть тоже форма украинская, а как бы содержание там не украинское. Угу. Это просто это так же, как украинизировались очень многие фамилии, но я выяснил, между прочим, впоследствии, уже живя в Израиле, что происхождение этой фамилии не от слова «медведь», а от местечка, которое называется Медвин, и которое расположено где-то в Западной Украине. Есть такое городишко, да, Медвин, да. И, кстати говоря, с этим связана одна история. Моя дочка, которая пошла, ну, продолжила обучение в школе в Израиле, обнаружила, что фамилию Медведенко на иврите никто не прочитать, не написать не может. Потому что, ну, гласные не указываются, да? А когда это одни согласные, представьте себе, да, это прочитать невозможно. И она настояла на том, чтобы мы сменили фамилию. И я абсолютно интуитивно, не зная ничего, выбрал фамилию Медвин. Вот. Потом оказалось, что именно вот это и есть оригинал.
Угу. Что то есть, именно то по названию этого вы местечка... Вы сейчас официально официально Медвин, да. Медвин, да. По паспорту, да, и вся, да, семья. Да. А Дов – это псевдоним? Дов – это псевдоним. Просто дочка не захотела, наверное. Ну, я не знаю. Дов для девочки, может быть, она посчитала, что это для нее... Грубовато звучит, неудобно. Вот. Так что Дов я только в средствах массовой информации. Ну и, собственно, я этот псевдоним использую уже на полную катушку во всех сферах жизни. Даже когда я выступаю, то я выступаю уже как Александр Дов. Разве что фамилию Медведенко указывают те, кто ее знают. Ну, Дов – это медведь. Дов – это медведь, да, на иврите, конечно, конечно. Когда вы начали петь не Моцарта, скажем так? Ну да. Петь не Моцарта. Ну да. Петь вообще. И невеселую вдову. Петь вообще, конечно. Я пел очень много эстрадных песен в детстве, в раннем детстве. Но, скажем, гитару я впервые взял в руки в 1972 году, будучи студентом Симферопольского университета. Вот. Мы жили в общежитии. Причем это старые такие общежития студенческие, в которых жили по 4 человека в комнате. А туалет и душ... Значит, туалет был на этаже, а душ вообще в подвале. Да. Сейчас строятся, по-моему, другие уже общежития. Ну, такие тоже есть. Ну, такие тоже есть. Сохранились, конечно. Конечно. Я в Днепропетровске жил в таком общежитии на улице Гагарина, в общежитии Мехмата, конечно, старое общежитие. Да, ну вот, короче говоря, нас было четверо в комнате, и трое из четверых играли на гитаре и пели. Ну, кто-то лучше, кто-то хуже. Я был единственным, который не играл на гитаре и не пел. Родители были против. Ну, тут я уже оторвался от родителей, родители остались в Николаеве, а я был все-таки в Симферополе. Да, и один из четверых, он был альпинистом, и у него был очень приличный репертуар, такой туристско-альпинистский, он знал довольно много хороших песен. Высоцкий, наверное, был, да? В его репертуаре Высоцкого, пожалуй, не было, но Высоцкого, конечно, мы все знали. Висбор. Тогда еще мы не знали, что это Висбор, мы не знали, что это Анчаров, мы не знали, что это Клячкин. Мы просто не знали. Народные. Просто это были какие-то песни, которые исполнялись в этом кругу. И Акуджава какие-то песни он пел. Да, ну вот. А второй, значит, Коля, он был такой редкостный разгильдяй, но очаровательный совершенно. И он играл на гитаре чуть похуже, а, соответственно, репертуар у него был уголовно-лирический такой. Ну, я от него тоже кое-что почерпнул. Третий, он плохо играл на гитаре, и репертуара почти никакого не было, но он единственный, который согласился показать мне аккорды. Вот. О чем они все страшно, так сказать, пожалели буквально через неделю, поскольку дальше я уже гитару из рук не выпускал. Вот. На самом деле, толчком ко всему этому послужила маленькая бобина вот такого размера. Не было еще кассет. Понятно, что не было дисков, ничего этого не было, были бобины. Вот наш однокашник, студент из моей группы, притащил в общежитие такую бобинку маленькую с записью, ну, наверное, 10-11 песен Акуджавы. Вот я тогда впервые услышал песни Акуджавы в авторском исполнении, в его исполнении. И на меня это... произвело какое-то шоковое действие абсолютно. Я был в шоке. Я несколько дней ходил как в тумане. Я не помню этих дней. Я помню, что я все время напевал про себя эти песни. А что зацепило? Слова, музыка, все вместе, вот магия вместе. Какая-то? Я понял просто... Ну, я, смотрите, как я был интеллигентным мальчиком. Я сам сочинял какие-то стишки к тому времени. А тут вдруг, во-первых, эти стихи меня задели очень сильно. Во-вторых,
Во-вторых, эти мелодии, эта ритмика, она отзывалась во мне вот каким-то физическим резонансом, да, как физическое понятие резонанса. То есть наши частоты совпали. Угу. И в результате, именно для того, чтобы я сам себе мог спеть эти песни, я, конечно, не задумывался ни о каких публичных выступлениях, каких-то записях, там, дисках и так далее. Я попросил ребят, чтобы они меня стали учить играть на гитаре. И я несколько песен сразу выучил, стал петь. Я уже не помню, честно говоря, что там были за песни. Я помню, что был там «Полночный троллейбус», я помню, то есть какие-то «Живописцы», в общем, какие-то известные такие песни. Вот. А недавно я вспомнил, что там на этой пленочке была, например, такая песня. А вот так ведется на нашем веку, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все поровну, все справедливо. Но принцип такой дуракам не с руки, с любых расстояний их видно. Кричат дуракам дураки, дураки, а им это очень обидно. И чтоб не краснеть за себя дураку, чтоб каждый был выделен, каждый, на каждого умного по ярлыку повешено было однажды. С тех пор в обиходе у нас ярлыки по фунту на грошек, на медный, и умным кричат дураки, дураки, а вот дураки незаметны. Почему я вспомнил эту песню? Почему? Как вы думаете? Потому что она оказалась чрезвычайно актуальной. И гуляя по Фейсбуку, буквально на каждой странице наблюдаешь справедливость этой песни. О том, когда кто-нибудь умный, в тех случаях, когда кто-нибудь умный находится, что-нибудь такое скажет, а потом налетает свора дураков, которые кричат ему: дурак, 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 дурак. Ну, наверное, в этом гениальность Акуджавы и других авторов, что вот их песни, они актуальны всегда. То есть они не привязаны к конкретному времени, к конкретным обстоятельствам. Они такие, то, что принято называть общечеловеческими какими-то ценностями. А при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Мы познакомились в 86-м году, то есть довольно поздно. Я и услышал его песни поздно, все-таки 72-й год, он уже к тому времени был известнейшим поэтом, и записи его ходили, но я услышал поздно. Прошли уже, наверное, к тому времени прошли уже те времена, которые кто-то из поэтов, я не помню, то ли Вознесенский, то ли Евтушенко описывал так, что, подходя к какому-то студенческому общежитию, он услышал из трех разных окон три разные песни Акуджавы, записи. Видимо, эти времена уже к тому времени прошли, 60-е годы прошли. Но, тем не менее, еще осталась вот эта бешеная, безусловно, популярность. Да, ну и познакомились мы с ним довольно поздно, в 86-м году. Это был первый всесоюзный фестиваль авторской песни. Еще тогда он, по-моему, назывался «Самодеятельной песни». Первый всесоюзный фестиваль. И мне, в общем, выпала большая честь быть членом жюри этого фестиваля, членом жюри, председателем которого был Булат Шалыч. Вот там мы, собственно говоря, с ним и познакомились. Там мы с ним и познакомились. Был там эпизод, он у меня просил гитару поиграть, например. Он ведь играл на шестиструнке, перестраивая ее на семь. Uh-huh. То есть он не пользовался седьмой струной. Ну и как-то он меня попросил, я ему, конечно, с удовольствием отдал гитару эту. А та гитара еще он жива? Он на ней поиграл. Нет, уже нет. Она со мной уехала в Израиль, кстати, впоследствии. И довольно долго она жила, но она потом рассохлась совсем, и держать ее как-то... У меня сначала просто рука не подымалась ее выкинуть, но в конце концов... Ну, это в памяти живет. Плюнул, да. В памяти будет жить дольше. Живет. Конечно, конечно. И это он вас назвал лучшим исполнителем своих песен? Это... Или это журналист? Не так, не так. Не так. А как? Смотрите, значит... Я об этом узнал не напрямую, не от него. Я об этом узнал от двух человек.
значит, один из них москвич, который присутствовал на концерте, устроенном после этого фестиваля саратовского. Там был такой концерт, зимний большой концерт в ДК имени Горбунова в Москве, как сейчас помню, концерт лауреатов и членов жюри фестиваля. Окуджава присутствовал, но он не выступал на этом концерте. Он сидел в зале. А я выступал, как раз выходил на сцену, и я решился спеть одну песенку. Давайте я уж гитара под рукой. Я ее, наверное, вспомню. А вы знали, что Окуджава в зале? Я знал, что Окуджава в зале, да, я знал. И потом, когда я ее спел, вот этот наш общий знакомый Игорь, он, который сидел рядом с Окуджавой, он мне сказал, что Окуджава хлопал громче всех и дольше всех. Вот. А песня была такая не очень широко известная, кстати говоря. Всяк почтальон в этом мире, что общеизвестно, корреспонденцию носит и в двери стучит. Мой почтальон из другого какого-то теста писем ко мне не приносит, а только молчит. Топчется в темной прихожей в молчании строгом. Круг оттоптал на пороге у самых дверей. Радостный день объятия там за порогом. Горестный мрак и утраты в пещере моей. Мой почтальон презирает меня и боится. Хочет скорее от меня отбояриться плут. Там за порогом мелькают счастливые лица. Там ни о чем не жалеют и писем не ждут. Вот, наконец, изгибаясь и кланяясь, что ли, будто спасаясь, спешит по обратной тропе. Как он вздыхает легко, очутившись на воле, как ни о чем не жалеет, теряясь в толпе. Как он вздыхает легко, очутившись на воле, как ни о чем не жалеет, теряясь в толпе. Никогда не слышала эту песню. Вот. Хотя она есть на пластинке, на одной из пластинок. Она как-то прошла незаметно, но мне она понравилась. И, видимо, ему понравилось мое исполнение. Поэтому он и хлопал очень долго. Это был первый случай, когда я узнал о том, что он ко мне относится благожелательно очень. А второй случай был в Киеве, причем мне об этом рассказали спустя много лет, спустя, наверное, лет 10, рассказали в Нью-Йорке, рассказал наш общий знакомый киевлянин, который был на концерте Окуджавы в Киеве в начале 90-х годов. Окуджава тогда очень мало пел песен на концертах, он больше читал стихи, отвечал на записки. И этот самый Боря его спросил: а скажите, Булат Шалыч, почему вы мало поете, почему вы не берете в руки гитару? И он сказал: знаете, сейчас появились такие исполнители, что мне уже, наверное, нет смысла вот выходить на сцену с гитарой, и назвал мою фамилию. Вот. По крайней мере, вот мне об этом так рассказывали, я лично от него этого никогда не слышал. Но я, собственно, и не спрашиваю. Вы пели Окуджаву. Вас да. Поют ну, другие исполнители? Поют. Я, ну, наверное, не так много, как поют Окуджаву. Еще все впереди. Ну, будем надеяться. Будем надеяться. У вас уже есть кто-то? Нет, лучший, смотрите, исполнитель, давайте, Медведенко? Давайте так. Я достаточно спокойно отношусь к собственной персоне.
я не озабочен сильно какой-то славой и так далее. Поэтому даже если меня не будут петь так, как будут петь Акуджаву всегда, я это переживу. Ну, случается так, что кто-то вот обращается и говорит: Александр Аркадьевич, хочу вот исполнять вашу песню. Можно? Думаю, или, что... или не спрашиваю? Ну, я не имею в виду там дворовых бывает, певцов, да? И такое бывает. Значит, когда речь идет о записи каких-то дисков, то тогда да, тогда действительно, ну, сейчас такие времена наступили. Ну да, авторство указывать, конечно. Да, нужно обязательно согласовать с автором для того, чтобы не было потом никаких юридических сложностей. И хотя, скажем, ну, я не знаю, мы там с Галей Хомчик большие друзья, тем не менее, когда она включала какие-то мои песни в свои диски, она обязательно со мной там созванивалась или списывалась по электронной почте и говорит: Саш, можно я там твою песню? Да, ну, конечно, можно. Вы же не прослушиваете никого заранее, упаси да? Упаси Боже. А вдруг плохо споют? Ну, значит, плохо споют. Знаете, есть такая, такая очень циничная фраза, говорят, что плохой рекламы не бывает. Это точно. Плохой рекламы не бывает. Главное, чтобы имя и фамилия были записаны правильно. И произнесены правильно. Да. Все остальное не важно. Не важно. Ругают, хвалят, плохо поют, хорошо поют. Не важно. Пусть да, говорят. Не бывает плохой рекламы. В Израиле вы сразу стали работать на радио? Или были какие-то переходные периоды? Я прошел мои университеты, так называемые, да, если по-горькому. То есть вот правда уехали в другую страну и все с нуля? Это правда? Да, практически да. Практически, да. Ну, вам же сколько лет было уже? Мне было 36 лет. Уже так возраст. 36 лет, да. Взрослый. Это, да, достаточно взрослый человек, состоявшийся, конечно. И знаете, как интересно. То есть я сначала я работал... Во-первых, я пошел работать через 2 недели после приезда. Денег было очень мало, жили мы очень скудно. И надо было зарабатывать. У меня была семья. Уже к тому времени и дочка, то есть женщины мои нуждались в деньгах, да и я, собственно. Так что я пошел работать. Я пошел работать на такую фабрику по наварке шин. Крупных, огромных. Это были шины мне где-то вот так вот по грудь. То есть шины для крупных грузовиков, там, тракторов и так далее. Неквалифицированный труд? Нет, конечно, неквалифицированный. А какой может быть квалифицированный, если мы иврита не знали? И мы с товарищем моим пошли туда работать. Он вообще изъяснялся жестами. А я все-таки английский язык, да, смотри начало нашего разговора. Да, он все-таки сработал, и я как-то объяснялся на английском языке. Но выполняли мы, конечно, неквалифицированную работу. Там несколько месяцев я проработал, потом я еще работал на такой фабрике по выпуску мелких изделий из пластика. Вот, тоже рабочим, значит. Потом я работал сторожем. Нет, сторожем это четвертая была работа. Третья была работа моя маклером в маклерской конторе. Причем это был полный идиотизм, потому что это было на рубеже 90-91 годов, как раз тогда, когда Саддам Хусейн стал обстреливать Израиль ракетами. Помните, была операция «Буря в пустыне», конечно. Да, вот это вот первая война в Персидском заливе. И стрелял он как раз, ну, примерно по району Южного Тель-Авива. Наша маклерская контора находилась в Южном Тель-Авиве. То есть какой идиот в этот период будет снимать или покупать квартиру в Южном Тель-Авиве, это вообще трудно себе представить. Так что мы за этот период не сдали и не продали ни одной квартиры. Надо отдать должное владельцу этой маклерской конторы. Он обошелся со мной и с другими людьми. Он обошелся абсолютно честно, так сказать. Все, он нам все заплатил, все, что положено. Вы старались. Все, что обещал, да. Он просто видел, что мы стараемся, и он, да, он с нами... Мы расстались друзьями, скажем так. Потом я еще работал сторожем некоторое время.
Да, а потом я узнал о том, что объявлен конкурс на новую радиостанцию, вернее, радиостанция не новая, потому что радио «Коль Исраэль» существует там, 80 лет вот, на сегодняшний день. И русская служба «Коль Исраэль», «Голоса Израиля» существует тоже там десятилетиями. Другое дело, что она обычно существовала как радио, вещающее на зарубеж. То есть, если это, скажем, русская служба, то она вещала на русском языке, скажем, на Советский Союз тогда существовавший еще в течение многих лет. А тут получилось так, что в 90-м году в Израиль приехало, там, я уже не помню, кажется, 200 тысяч человек. И власти, а тем более война, и власти поняли, что эти люди нуждаются в информации на доступном языке, они еще иврита не знают. И решили создать радиостанцию, которая будет вещать на русском языке, но ориентируясь на внутреннюю аудиторию, не на зарубежную, а на внутреннюю. На русскоязычный Израиль. На русскоязычный Израиль, да. Кстати говоря, он не ограничивается выходцами из Советского Союза. Есть достаточное количество выходцев из Польши, например, которые знают русский язык и которые тоже слушают эту радиостанцию. Кстати, вот мы вспоминали о Сталине, да, мы вспоминали о тех временах. Вот у нас была соседка, она из Польши, она маленькой девочкой застала, значит, 39-й год и начало, в общем, короче говоря, застала войны. Вторую мировую войну. И она была среди тех евреев, которые стояли около границы между Польшей и Советским Союзом и ждали, чтобы их туда пустили, в Советский Союз. Потому что ни одна другая страна их не принимала. И вот она была среди тех, кто тогда перешли границу с Советским Союзом. Они, конечно, намыкались в Советском Союзе. Понятное дело, как. Но тем не менее, при всем при том, вы понимаете, как это удивительно все. Она этого упыря иначе, как батюшка Сталин, не называет. Понимаете? Вот интересно. Парадоксы, да. Говорит по-русски. Да, короче говоря, значит, выходцы из Польши. Есть выходцы из Болгарии, которые говорят тоже по-русски. Есть немалое количество, к тому времени уже было немалое количество репатриантов 70-х годов из Советского Союза, которые тоже говорили по-русски. Есть немалое количество репатриантов, которые приехали, вообще попали в Израиль через Харбин, то есть через Китай. То есть аудитория большая. Аудитория достаточно большая, да. И вот создали это самое радио. Я об этом узнал абсолютно случайно. Меня познакомили с одной сотрудницей радио, познакомили как барда, да, как человека, который играет на гитаре, поет, там что-то сочиняет. И она меня пригласила на передачу, мы так договорились с ней. И тут война, тут как раз, в общем, все наперекосяк пошло. И наша встреча не состоялась, но мы с ней перезванивались. А потом в какой-то раз, когда я ей позвонил, уже, видимо, считаю, что это последний раз, больше я не буду навязываться, я решил, что она просто не хочет. Ну, да. Она мне сказала: «Саша, вы знаете, вот будет у нас такой конкурс, приходите, мне нравится, как вы разговариваете, мне нравится, значит, я не слышала, как вы поете, но вполне возможно, вас заинтересует такое предложение». Я действительно пришел на этот конкурс. У нас, в общем, нас было там, наверное, человек 150, я так думаю, взяли 12. И вас? Да, в том числе и меня. И с тех пор вы на радио? В том числе и меня. Да, с тех пор я работаю на радио. Даже... А телевидение было вот внутри, как-то между? Телевидение было параллельно. Телевидение было где-то с 94-го по 2003-2004 год. Это не 9-й канал случился, нет? Нет, это было до 9-го канала. Это было до 9-го канала на первом государственном телеканале. Существовала передача, которая выходила раз в неделю по пятницам, полчаса. Называлась она «Калейдоскоп». И я был ведущим этой передачи. Вот. О чем передача? «Калейдоскоп». «Калейдоскоп». То есть обзор каких-то событий. Там был обзор новостей за неделю. Mm-hmm.
И в основном то, чем я занимался, это был как раз, это я читал по телесуфлеру, так сказать, я читал эти самые новости. Практически коллега. Ну, конечно, конечно. А иногда, иногда мне приходилось брать интервью у кого-то. Петь не приходилось? И петь приходилось, тоже такое было, да. У нас с руководителем этой передачи были очень теплые взаимоотношения. Она была пожилая женщина, пусть и земля будет пухом, ее нет с нами. Она не говорила по-русски. Вот. Я когда пришел на прослушивание, значит, я ее увидел, а я не знал, куда идти. Я ее спросил, значит, куда. Она говорит, ну, пойдем со мной. Вот мы идем, а я тогда был рыжий. Это я сейчас седой совсем, а я тогда еще был рыжий. У вас же был псевдоним Гольд, да? Я говорю, а? У вас был Гольд, псевдоним, да. Гольд? Это на радио «Свобода». Золотой? Да, да. И я ей говорю, слушайте, а скажите, а рыжих берут вообще? Она так на меня посмотрела, улыбнулась и говорит, рыжим отдается первое предпочтение. Рыжие в приоритете. Она, и действительно, так сказать, она мне отдала первое предпочтение. А вы согласны с тем, что рыжим везет? Есть такое вот поверье, что рыжим всегда везет? Нет, не согласен. Не согласен? Нет. Я согласен с другим, что рыжесть – это, ну, во-первых, характер, а во-вторых, диагноз. Спасибо. В Израиле все с нуля, песни тоже с нуля. Вот какой период был продуктивный на новом месте, скажем так? Или наоборот, первое время не до песен было совсем? Не до стихов. Смотрите, первое время, конечно, было не до стихов. Не до стихов и не до песен. Надо было выживать. Когда человек выживает, ему не до искусства. Ну, проблемы потом... же мотивируют, говорят, к какому-то там излиянию. Верно, себя, но они должны... Или это не те они проблемы? Они должны переработаться все равно. Это пока эти проблемы являются сырьем. Но они должны переработаться, перевариться, они должны во что-то превратиться. То есть внутри. Какой-то опыт, да, вылиться? Это верно, да. Кроме того, смотрите, писать о старых впечатлениях скучно, писать о новых впечатлениях их пока немного. Еще не отлежалось. Да, еще не отлежалось, еще они не оформились. Еще они не оформились. Идти, скажем, ну вот, например, у Евгения Исаакча Клячкина, у него был другой подход, то есть у него более профессиональный был подход, то есть он не прекращал, по-моему, сочинять. И, кроме того, он нашел человека, который, ну, с которым подружился, и этот человек переводил его песни на иврит. И Клячкин даже выступал неоднократно, Пая на иврите. А вы поете на иврите? Я пою на иврите, но только не свои песни. Не свои песни и немного вообще. И не пишете на иврите стихов? Нет, нет. Я когда-то переводил какую-то песню Окуджавы на иврит. Я не знаю, мне показалось, что это интересно только в качестве эксперимента, но... Знаете, у Ильфа в записных книжках есть такая фраза. «Скульптура «Половая зрелость» художественной ценности не представляет». Вот мне показалось, что мои эксперименты с переводами, а это как скульптура «Половая зрелость», которая художественной ценности, наверное, не представляет. Хотя я еще раз говорю, я знаю какие-то песенки там. Ну вот есть, например, есть несколько переводов таких. Тот же Акуджао, кстати. Ми бадла халон, ми эверла вилон, холефет хаяфа эль мулейни. Потахана эн клялях нага отобус, ухавери атове эн шени. Потахана эн кляль, ах нага отобус, отобус, вы поняли. Ухавери атове эн шени. Сусей гадим думим, я не фуананим, махер махер не гагли би мошех.
Ах, Надя, Наденька, Матаяр и Дмитар, Митар и Хадвих и народ на всех. Ах, Надя, Наденька, Матаяр и Дмитар, Митар и Хадвих и народ на всех. Ну и так далее. Другая песня получается совсем. Вот не знаю, почему все равно друг. Может, потому что непривычно уху. Очень непривычно. Настроение, Наденька, отубус. Настроение сохраняется, но вот такое ощущение, что это вот что-то другое. Ну, потому что перевод все-таки другой язык, другая энергетика, наверное, у этого языка. Кстати говоря, блестящее совершенно исполнение этой песни. Блестящее. Была такая команда в Израиле, называлась... Алохалхахеврая, очень трудно перевести это на русский язык, что-то типа, ну, давайте, ребята, вперед. Нумо. Да, типа, да, нумо. Да, совершенно верно. Кстати говоря, очень хороший перевод. Вот. Руководил этой группой такой Михаил Блехерович, выходец из Прибалтики, профессиональный музыкант, а все люди, все певцы были ивритоязычные. Вот. Тем не менее, значит, они выучили все эти переводы, пели блестяще совершенно, можете мне поверить, я слышал немало ансамблей, которые исполняют вот авторские песни. Этот один из лучших, наверное, был израильский. В Израиле вот бардовская песня, да, назовем ее так, авторская, насколько она популярна, насколько она вот востребована? Какая вот ее ниша? Вы задаете очень сложный вопрос. Нет, на полном серьезе. Тут я не иронизирую. Я действительно считаю, что это очень сложный вопрос. Можно, отвечая на этот вопрос, можно написать диссертацию. Причем я думаю, что происходят одни и те же процессы во всех странах, где есть эмигранты, которые поют вот подобного рода песни на русском языке. Я думаю, это не только эмигрантов касается, я думаю, что в Украине, наверное, и в России примерно похожая ситуация. Насчет Украины и России я не знаю. Тут я не могу судить, потому что я нахожусь не здесь, я не в этой тусовке, скажем так. Правда, несколько раз меня приглашали в жюри такого международного фестиваля «Петербургский аккорд». Туда приезжали люди со всего бывшего Советского Союза, в том числе из России, из Украины, из там, Белоруссии, Прибалтики и так далее. И в том числе, значит, приезжали люди, которые живут в Германии, в Израиле, там, в Америке и так далее. То есть это все те же люди, в общем, та же команда. Мне кажется, я боюсь ошибиться, но мне кажется, что за рубежами бывшего Советского Союза, давайте оперировать именно этим понятием, хотя оно такое относительное понятие, за рубежами бывшего Советского Союза авторская песня умирает. На мой взгляд, по моим впечатлениям. Дело в том, что причина очень проста. Мы стареем, некоторые просто физически уходят в иной мир. Наши дети становятся скорее продуктами местной культуры. Они гораздо меньше озабочены русской культурой. Они в лучшем случае становятся людьми всемирной культуры. То есть, скажем так, Барбара Страйзанд им интереснее, чем Ани Лорак, например. Ну, да? Понятно, да. Это в том случае, если они знают это имя, конечно. Ани Лорак, понимаете? Я ничего плохого о ней не хочу сказать. Она, кстати, сейчас, по-моему, гастролирует в Израиле и с большим успехом. Но я еще раз говорю, вот наши дети уже другие. Они другие, у них другая культура, у них другие интересы. По наследству это не передают. И на концертах, которые время от времени устраиваются все-таки, и на фестивалях, которые время от времени проходят, ну, проходили, по крайней мере, до там где-то 3 года назад, кажется, был последний, молодых людей гораздо меньше.
С другой стороны, наверное, авторская песня, как и поэзия, как и любой вид искусства, просто будет видоизменяться. То есть вот эти молодые люди, они вполне возможно, они начнут сочинять то же самое, но только на иврите или на английском языке. Вполне возможно, поскольку русские или украинские они знают хуже, просто хуже. Вполне возможно, но мне кажется, что авторская песня в том виде, в каком она существует вот, на сегодняшний день, или существовала, скажем, 20 лет назад, по-моему, она скорее умирает за границами бывшего Советского Союза. Здесь, наверное, ситуация более сложная, менее однозначная. Менее однозначная, потому что все-таки русский язык, украинский язык, все-таки это культурная метрополия, понимаете, не колония культурная, а культурная метрополия. То есть здесь делается эта культура русско-украинско-язычная и так далее. Израильские барды, они существуют? Существуют, работают, конечно. В такой манере? Конечно, вот, похожей? Конечно, в классической манере, абсолютно. То есть мы год назад приезжали на такой же фестиваль имени Галича, приезжали вместе с моим давним другом Дмитрием Кимельфельдом, киевлянином замечательным, поэтом. Вот он живет себе в Израиле, творит, кстати говоря. На иврите. Пишет дивные стихи. Нет. Мы нет, наше поколение нет. Не пишет. Нет. Вот он пишет по-русски и, пишет. Хорошо. И не только он, то есть нас пока еще не так мало, но, тем не менее, мы все равно привязаны к русскому языку. Вы вот сейчас из одной войны фактически, да, в Израиле же идет война. Приехали в другую войну, то есть вы между двумя странами, в которых войны. Насколько это привычное состояние вот в Израиле и здесь? Вы понимаете, какая штука? Так же, как в Израиле, основная масса населения этого не ощущает. Также, я думаю, что и в Днепропетровске, по крайней мере, на сегодняшний день, то, что я вижу, мы не ощущаем этой войны, которая продолжается. То есть, да, наверное, где-то там она продолжается. Ну да, мы живем не в блиндажах, безусловно. Но мы живем не в блиндажах. И мы не ощущаем, скажем, дефицита продуктов там, чего-то такого. Так что, скажем, представление об Израиле, как о стране, где просто на каждом шагу, взрываются пояса шахидов, я думаю, что несколько преувеличены. Точно так же и об Украине, наверное, можно сказать. Да, то есть, да, конечно, идет война, но мы здесь этого почти не ощущаем. Эта тема, она дает пищу для творчества? Вот тема войны, тема каких-то конфликтов, тема там, терроризма. Да? Я понимаю, что вы не остросоциальный, да, скажем так, автор, тем не менее. Все равно же это как-то отзывается. Я не знаю, дай бог памяти, если я вспомню эту песенку. Я ее написал когда-то очень давно, еще в 90-е годы, после очередного теракта в Иерусалиме. Ах ты, Господи, нам ли печалиться после стольких утрат и невзгод? Мир не рушится, только качается, шарик вертится, скрипка поет. Так живем от рождения до гроба мы, сколь отпущено дней и ночей, и безумным фанатикам с бомбами не нарушить порядок вещей. Шарик вертится, море волнуется, майский дождь проливается вдруг, а на лавочках в парке целуются, ничего и не видят вокруг. Здесь под небом из синего бархата воздух влажен и тих, и горяч, а у самых дверей супермаркета бесподобно играет скрипач. Хорошо, что вы не стали милиционером. Вот
честно, сижу и хорошо, об этом думаю. Да, вот тут я с вами соглашусь. В одном интервью вы сказали, что вы до сих пор, то есть до тех пор, до момента того интервью, не нашли определения, что такое любовь. С тех пор что-то изменилось? Вы его нашли? Да, по-моему, в том интервью, по-моему, цитирует некий предварительный такой вариант, который я выдал в качестве, ну, экспериментального, да-да-да, что ли, да? Вы помните, да? Я помню, да. Любовь – это когда при даже не такой короткой разлуке с любимой начинает ныть ребро. Да, наверное, да. Это, конечно, это художественное определение, понятное дело. Но вы же от меня не ждете определений, знаете, нет, какое именно ребро, таких, я не, да, буду спрашивать. В стиле точных наук, в стиле математики или физики. Да, а художественное определение, наверное, это вполне подходящее определение. Ноет периодически. Да, но я стараюсь с любимыми не расставаться. Надолго. Надолго, по крайней мере, да. Отлично, что вы не стали милиционером, отлично, хорошо, что вы пишете, отлично, спасибо, что вы не отчаиваетесь от того, что не новое поколение пока не продолжает вашу историю, отлично, что вы приезжаете в Днепр, что? В котором проходят прекрасные фестивали. Вообще хорошо, что есть фестивали. Это повод приехать в Днепр? Или вы все равно бы здесь появились? Я все равно появился бы, честно говоря. Конечно, мы периодически приезжаем. Смотрите, это все-таки... Я родился в другом городе, но, тем не менее, этот город для меня родной. Здесь я учился, здесь я женился. А вы привыкли, что он уже Днепр? Или пока не очень? Привык. Мы ведь всегда называли его Днепр, так по большому счету. Мне рассказали, кстати, смешную историю о переименовании. Я не знаю, здесь ее рассказывают или нет, что сначала хотели переименовать Днепропетровск в Днепропетровск. Да-да. Да? Была такая история? Да? Просто да, тот был большевик Петровский, а этот, значит, типа как Святой Петр, наверное. Изменить этимологию. Такое. Да-да-да, совершенно верно. Но просто каждый раз объяснять, что вот тот Днепропетровск – это имени большевика Петровского, а этот, значит, имени Святого Петра, наверное, неудобно. Вот, и тогда решили все-таки оставить Днепр. Я думаю, что это правильно. Да, конечно, мы привыкли. Конечно, мы привыкли. Откуда-то? Из Днепра, да. А о городе есть песни? Нет, я думаю, что после композитора Мовсесяна мне уже делать нечего. Да, да. Хотя нет, я еще одну знаю песню. Слава Медяник, по-моему, такой написал. Нет, Слава Медяник это пел, а написал, по-моему, слова написал Илья Резник. А вот мелодию я не помню. Наверное, этот самый. Резника не будем петь. Да-да-да. О чем пишется? Вот сейчас о чем пишется? О том же, что и всегда, или что-то меняется? Последние годы не пишется. Последние годы не пишется. Я считаю, что насиловать себя в этом плане не стоит. Во-первых, жалко. Себя? Конечно, конечно. Во-вторых, вообще не стоит никого насиловать. Особенно в вопросах творчества. Ну, не пишется и не надо. Не пишется. Поется? И не пишется, да. Поется, я достаточно много выступаю и в Израиле, и за рубежами, и там, в Америке, в Германии, в Австралии, в Днепре. Так. Отлично. Что, вот да. Запишется, пишите. Спасибо. Пусть поется. Здоровья вам. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Приезжайте. Спасибо. Спасибо за разговор. Спасибо вам. Це був Олександр Медведенко, якого в Ізраїлі знають як Олександр Дов. В Дніпрі тепер теж знають. Слухайте, надихайтеся і на все добре.